Дорогие друзья, такая кошка. А мы как-то назвали? Ну, не надо, если надо. В общем, мы никак ее не назвали, потому что она бездомная. Но на самом деле, она не бездомная. Пробежала где-то порода здесь. В общем, у кошки. Она сейчас по пони. Что у нее было? Расскажи, пожалуйста, Лёш. Ну, кошка уже просто уже пришла в рассвет клиники. Да, она сейчас... У нее был пролапс прямой кишки. Это выпадение? Да. В общем, выпадение прямой кишки. Девушка нашла эту кошку. Отвезла в ветклинику, прилечила, то есть, ну, она еще не знала там про нас, решила отвезти в ветклинику, а к нам привезла на реабилитацию. Сейчас, как видите, она в попоне, она еще и стерилизована, я понимаю, да? И девушка к себе ее заберет. Но так как девушка, у нее там тоже полный комплект 5, да? Ну, я не знаю. Но, или 4? Нет возможности. Или это 5-я, или это 6-я кошка. В общем, у нее нет возможности сейчас ухаживать. Конкретно за больными. Поэтому она у нас пройдет лечение и отправится домой. Ну, кошечка симпатичная. Прям ушки точно порода какая-то. Вообще, даже таких ушей ты ни разу не видел. Они даже не... Они не обморожены случайно вообще? Нет, это маленькие ушки такие. Они как... Слушайте, ну, Как у тролля. Нет, посмотри, вот они прям загибаются. Вот они ушки. Они какие-то недоразвитые просто. В общем, кошка очень прикольная. Явно метис чем-то с таким... Типа перса. Повезло тебе, кошка, с одной стороны, с другой не повезло. В общем, повезло то, что ее заметил нужный человек в нужное время, и что выпадение кишки быстренько вылечили, быстренько привезли в бесплатную санчасть. Котенок, может, она еще сосет. Mm-hmm. В общем, она еще посасывает даже. Хорошая кошечка. В общем, мы сейчас ее реабилитируем, правильно? И возвращаем. Да, реабилитируем и отдаем в семью. В общем, вот такая история. Она как быстро... Быстрая история началась, и сейчас реабилитируем и закончим. Пока кошечка у нас. Ну, у нас в четвертом боксе сидят кошки. Вот в этой клетке, вы знаете, сидит котик у нас, лечится. Котик лучше. Котику лучше, ну там да. Тихо. И кошечка теперь у нас живет здесь. В общем, с кошками у нас. Спасибо огромное всем, кто нам прислал еду кошачью, потому что кошачьи у нас прибавляются. Даже уже некуда сажать. Вон сразу кошка пошла. Аппетитно гуляла. Всем огромное спасибо. С миру по нитке. Первая в России бесплатная санчасть. В общем, мы даже без операции иногда просто берем на реабилитацию бездомных животных. Такие дела. Мяу. Этой малышке очень повезло. Через несчастье она нашла свое счастье. В нужную минуту появился человек, который помог и спас ее. И из бесплатной ветсанчасти, когда она вылечится, малышка уедет домой. А вот котейке повезло меньше. Мы продолжаем бороться за его жизнь, продолжаем его лечить, а вы пока присмотритесь. Вдруг это ваша судьба?